конечно, я бы хотела пожелать пациенткам дальнейшего, скажем так, своего развития, может быть, эрудиции. Хорошо, что есть возможность ознакомиться с новыми методами реконструкции, чтобы они изучали и у них им предоставился шанс все-таки восстановить свою молочную железу. Для этого должна быть информация в средствах массовой информации, вот эти форумы значительные для пациента, которые помогут больным раком молочной железы усовершенствовать себя и лишить их инвалидности, скажем так. Особенно это актуально для больных, которым была выполнена радикальная мастектомия, и для них предоставляется уникальная возможность получить консультацию пластического хирурга и, наконец-таки, обратиться для восстановления молочной железы, улучшить качество жизни и почувствовать себя полноценной красивой женщиной.